Все, волшебного утра, друзья, и мы начинаем нашу смехозарядку. И сегодня у нас больше будет внимания посвящено смеху массажному, да. Вот так свет лучше включить. Да. Вот. Почему же нужен массаж? Ну, знаете, друзья, когда мы смеемся, это польза, да? Когда мы делаем физические упражнения, как мы недавно с вами делали, это, конечно же, большая польза. Но вот многие люди, они говорят и жалуются на то, что у них отекли ноги, да, есть отеки под глазами. То есть это связано с кровообращением. Это не очень хорошая работа лимфы. И вот лимфа, она сама не имеет такого насоса, чтобы усиливать ее движение. Поэтому, когда, допустим, человек приходит на массаж, массажист часто спрашивает, может, вам лимфодренажно сделать массаж? Так вот, я сейчас прошла курс массажа, и знаете, как человек порекомендовал? Он профессионал, он врач. То есть он сказал, вначале классический массаж, потом лимфодренаж, ну и потом там, кому нужно, уже там могут другие виды массажа, там, например, антицеллюлитные, там обертывочные, там есть шоколадные, медовые и так далее, и так далее. Вот. То есть лимфодренажу нужно посвящать прям отдельное, да, отдельное специальное внимание и время. И на массаже мы, конечно же, усиливаем кровообращение, мы делаем пользу для нашей кожи, для ее молодости, для ее красоты. И мы избавляемся от лишних отеков. Поэтому нужно помогать себе. И нужно помогать своему организму. Ну и так, давайте мы разотрем наши ладошки, да, разотрем, конечно, одеваем улыбочку. Все, что мы делаем со смехом обязательно, да, улыбочка. А? Потянулись двумя ручками, да, хорошо, хорошо, правой, выше, выше тянемся на носочки, левой. А теперь смотрите, руками тянемся вверх, а плечи опускаем вниз. То есть мы сейчас чисто руки растягиваем. Руками, пальчиками тянемся, макушкой тянемся вверх, а плечи максимально опускаем вниз. И это очень тоже хорошее упражнение для женского здоровья, я вам скажу, да. Да, давайте. Ах, капку утренней радости, энергии взяли. Животик набрали. Губки у нас расслаблены, да. Многие проводят презентации, являются спикерами. Очень важно, чтобы речевой аппарат у нас был расслаблен. Вдох. И со звуком. Мы уверены, что уже у всех все хорошо работает, потому что мы это часто прорабатываем, и каждая наша зарядка, она посвящена наиболее, там где-то нейрогимнастика, да, где-то йога смеха, где-то у нас пластика, которая сопутствует, да, осанке королевской, ну и так далее. Хорошо, сегодня мы начнем с массажа, и давайте мы личико наше умоем, нашей энергии, да. И представляете, что из пальчиков идут такие теплые лучики, которые разогревают наше личико, да. И давайте вот так вот от середины подбородка, вот такими щипковыми движениями к ушкам. И, конечно, улыбка. Когда мы улыбаемся, это фейсбилдинг, да? Мы прокачиваем наши мышцы наверх, да, чтобы у нас разглаживались вот эти вот морщинки, которые вниз. Да, у многих они прям морщины скорби их называют, да? А мы вот так поднимаем наши щечки и формируем наш овал лица, да? Убираем вот эти брилики, подбородочек, вот так. И, конечно, улыбаемся, смеемся, делаем массаж, да-да-да. Да, запускаем кровообращение, вот так, чтобы наши щечки были румяные, прям проговаривайте. Я красивая, молодая, у меня такие румяные щечки, да, мне не нужны специально никакие средства, да. И морщинка между бровями, которая пытается заложиться, да, мы ее тоже вот так разглаживаем. И простукиваем наш лобик тоже с центра, в стороны и вверх. Так, хорошо.
Разгладили наше личико. Вот такой массаж к середине носа, а по верхнему веку в стороны, по нижнему к середину носа, тут в сторону. Можем в районе гусиных лапок вот так проработать. Хотя эти морщинки, это, знаете, говорят о том, что мы солнышки, да? Они нас красят. Да, хорошо. Работа с веком. Да, чтобы не было нависающего века, мы прикладываем пальчик под брови и пытаемся закрыть глазки, а пальчиками века держим. Да, вот так. То есть держим пальчиком под бровями верхнее веко у нас в одном положении, а глазки мы закрываем. Ну, каждый делайте, как чувствуете, в своем темпе. Бывает такое, что один глазик, ну это не бывает, это практически у всех какая-то асимметрия. И вы можете в этом случае тогда, допустим, этому глазику, который больше, допустим, нависает века, да, который смотрится меньше, вы ему тогда можете, допустим, больше внимания уделить. Да. Теперь смотрите, лимфа. Чтобы у нас уходил второй подбородок, да, мы запускаем лимфу, а именно работаем пальчиками вот перед ушком и за ушком. Поэтому вот такую вилочку взяли и хорошо-хорошо растираем. И, конечно, продолжаем смеяться. Хорошо-хорошо растираем. И при этом можно еще добавлять движение, да. Пяточками стучим. Это тоже для лимфы. Хорошо идет. Вот мы сейчас включаем все тело в дело. Хорошо, молодцы. И поехали. Ушки, ушки хорошо-хорошо растираем. Здесь все точечки находятся, связаны с нашими органами. И взяли ушко. И покрутили, вот так покрутили, ниже, еще ниже, и замочку. Пальчиком прошли вот здесь, по всем-всем-всем вот извилинкам, да, наверх потянули, поиграли на гармошке, вниз. И круговые. Вот, чтобы ушки красные были. И в другую сторону. Хорошо. И сбросили. И давайте теперь голова тоже от с внешней стороны к центру. И хорошо, хорошо массируем, делаем такой классический беспорядок. И радуемся. Смотрим, какие мы красивые, вот. А знаете, не случайно же, когда человек фотографируется, да, то такие грамотные фотографы, профессионалы, они ставят напротив вентилятор и говорят, нам не нужна укладка, нам не нужна какая-то классика, нам нужен классический беспорядок, потому что он дает естественность, непринужденность, да, живость. Движение. И вот мы вот такие сейчас красиво смотрим в зеркало. И да, даже было родиться такой красавицы, да? И ноготочками тоже так прям хорошо-хорошо прочесали. И берем расческу. Можно две расчески, только что было две, куда она делась. И расчесываемся, да. У нас уходят те волосы, которые уже не нужны, которые уже отмирающие, да, вот. Но мы, запуская кровообращение, усиливаем рост волос, способствуем густоте волос, да. Поэтому это тоже такой вот массаж, и так можно тоже в разные стороны, да. Потом чистим расчесочку, да. И все, у нас уже волосы в процессе дня выпадать не будут, потому что мы хорошо вот прочесали, промассировали, усилили кровообращение и поток кислорода к нашим луковицам. Да. Ну и также эти щеточки хорошо тоже массируют наше тело. Угу.
Хорошо, молодцы. Сейчас завяжу хвостик и смеемся обязательно. Вдох, животик. И смеемся и растираем наши ручки, простукиваем, растираем. Хорошо, хорошо. Вы можете заранее перед такими занятиями заготавливать массажный крем, да. Давайте мы с вами ментально возьмем ведро, да, и сюда наберем радость и различные полезные ингредиенты, да, вот все, что делает нашу кожу молодой, гладкой, шелковой, здоровой, да, вот молодость, красоту. Все сюда набрали, ведро взяли и на себя. И вот эту вот, да, молодильную жидкость, да, растираем, растираем. Мы-то знаем, что метафизика рулит, да? И начинаем хорошо, хорошо в себя это все стирать. И добавляем гормонов радость, это наш смех. Знаете, смех как цигун, они даже вот просто, когда делают какие-то упражнения, они говорят хо-хо-хо-хо-хо, ха-ха-ха-ха-ха. То есть даже не смеются, но хо-хо-хо, ха-ха-ха. Наш мозг, он тоже это считывает, да. И как мы знаем, что дает гормоны радости. Даже когда просто ротик растягивается в улыбке, уже идут гормоны радости, да. Другую ручку. Вот так, хорошо, хорошо. И смотрите, когда мы просыпаемся, вот чтобы у нас лимфа хорошо работала, что мы делаем? Мы ложимся на, ну или просыпаемся, мы лежим на своей кроватке, да? И вот так вот обязательно делаем. Вы сейчас можете тоже на пол, на коврик, на диванчик, на кушетку, кроватку, у кого что там рядом есть. И обязательно вот с утра просыпаемся. И вот так делаем, и можем даже помочь. Да, делаем стул. Ну, кто не лежит, делайте это сейчас. Как вам удобно в таком положении, да. И разминаем. Разминаем наши пальчики. Вот так проминаем всю стопу. Можно использовать подручные любые средства. Да, у кого какие есть массажные. И пошли вот так, как крапива. Да, и вот так мы лимфу от кончиков пальцев, мы помогаем, вот так, гоним все сюда, вот, от конечностей и по ноге, вот так, И другую ножку, пальчики массируем, хорошо. Но если у вас члены семьи рядом, вы можете друг другу тоже помогать. Хорошо, хорошо, разминаем, да. Проминаем. Очень хорошо, у кого какие-то есть массажные оборудования или просто морские камушки, ходить по ним. Летом вот мы когда проводим ретрит на море, мы босиком делаем зарядку, смехотанцы, да, бегаем. Стопа привыкает, и хорошо, хорошо разминаются все точки. Итак, гоним лимфу от кончиков конечностей, да, вверх по ноге, да, вот так. Но в таком положении получается, что мы вниз, да, кто поставил ногу, может быть, на стульчик, но то же самое делает, да. Проминаем, вот так, хорошо, да. И от колена тоже вверх, да. И еще раз помахали, помахали. Можно заодно различные упражнения сделать, да? Хо-хо-ха-ха-ха, 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 да! Лучший день, да! Миру мир, миру мир, да! И всегда можно вот так еще с утра тоже. Вот так мы
Поработали с нашей лимфой. Ох, классно. Прям, знаете, чувствовать сразу и пот пошел. После вот нашей смехозарядки так классно потом идти обливаться прохладной водичкой, когда прям вот тело этого просит. Хорошо, давайте наши холочки поубираем. Холки, они появляются, когда мы накапливаем какие-то проблемы. То есть это не только лишняя там еда, все. Это наши проблемы, которые давят, которые портят осанку, округляя нашу спину, делая ее сутулой, да. И нам это не нужно, поэтому хорошо, хорошо мы это растираем, прощупываем, проминаем. И добавляем, конечно, смех, не забываем. Да, и смотрите, если у кого-то какие-то болевые вы чувствуете, где-то ощущения во время массажа, значит, вы тоже этим местам уделяете какое-то особое внимание. Да, чувствуете, какая-то точечка болит в каком-то месте, значит, ее хорошо-хорошо так проминаете, да, прорабатываете. Вот, можно и ручками помогать, да, чтобы наши суставы хорошо разрабатывались. Хорошо. Ну и поехали, грудная клетка. Здесь у нас лидерская точка, да. Поэтому делаем кинг-конга. Кто сильный, кто крепкий орешек? Я! Кто мегалидер? Я! Молодцы. Ну и помним, что есть вот такие вот места, которые при зарядке, они как-то не очень прорабатываются. Ну, можно, конечно, да, какие-то упражнения делать, отжимания, то, что помогает, да. И для этих мышц, кстати, очень хорошо отжимания. Особенно, когда мы вот можем упор сделать на сидушке, например, стула, и тоже эти места прорабатываются. Но сейчас мы больше о массаже говорим, поэтому вот эти места, когда пойдете в душ, прям берете щеточкой, да, и хорошо-хорошо прям растираете вот эти вот места. Я сейчас не буду тут перед вами раздеваться, да? Но вы сами имейте в виду, что это очень, да, так хорошо-хорошо прорабатывается. Да. И вот здесь тоже повыше, потому что, знаете, и лишнее отложение нам не нужно, но мы еще носим женщину бюстгальтеры, и вот здесь появляется тоже вот какая-то складка, да, которая не очень красиво смотрится, когда мы выходим в купальниках, летом делаем фотосессии, да. Ну и вообще нам это не нужно. Поэтому тоже мы это дело растираем, сглаживаем, да, проминаем. Ну и, конечно, вот эти места у нас должна быть красивая-красивая талия, да. Поэтому хорошо-хорошо тоже это все отрабатываем, да. Животик, ну-ка, по часовой стрелке, а тут прямо немножко с нейрогимнастикой совместим. Говорю, я молодец, да, вот так себе прям запечатываем. Я мегалидер, я уверенный в себе человек. Моя самооценка растет с каждым вздохом, с каждым смехом, с каждым часом, с каждым днем. Так, и поехали наверх. Когда вы плаваете в воде, вот очень хорошо тоже делать это упражнение в воде. И здесь вот такие движения снизу вверх. И, конечно, смеемся, да, и добавляем движение, добавляем немножко физкультуры. Кулачками. Вот, прям животики нам не нужны, они должны быть у нас подтянутые, красивые, правда? А когда мы смеемся каждый день, да, мы еще качаем пресс. Конечно, это не говорит о том, что нам не нужно по-настоящему качать пресс. Да, и когда мы вот сейчас на диванчике, допустим, сделали упражнение для лимфы, хорошо поднимать и опускать корпус, поднимать, опускать ножки, то есть делать различные там упражнения, и скруточки для позвоночника, и упражнения для пресса. Но массаж в совокупности – это очень хорошее дело. Особенно человек, когда худеет, да, то
многие боятся, что кожа будет отвисшая. И вот здесь мы вот этими движениями, мы подбадриваем нашу кожу, да, мы говорим: эй, подтягивайся, ты молодец, у тебя все получится, да, а моя кожа молодая, моя кожа эластичная, моя кожа здоровая, да, и делаем для талии, поставили ребрышки, и такую вот скруточку мы сразу и физически делаем для талии, да, и одновременно можно попрощупывать, да, растираем, можно взять какие-то там предметы, щеточки, расчесочки, там что-то такое, да, и помогаем и корпусом, и руками, и сразу нескольких зайцев, да, убиваем, да, хорошо, и наши бедрышки, у меня знакомая, она набирает бутылочки пластмассовую водичку, и тоже говорит, что ей это помогает. И тоже со смехом: хорошо, хорошо, это все. У кого какие, ну вот я гитара, у меня, например, вот эти вот места, да, у кого-то их нет, ну каждый знает, да, каким местам больше уделять внимание. Вот, внутренняя сторона бедер, да, тоже очень хорошо это все, да, массировать и другую ножку, бедрышки. Смех, конечно же, добавляем. Внутренняя сторона. Хорошо, хорошо, да. Лучший день, лучший день, да. Потянулись. Еще раз вдох. Хорошо. Теперь смотрите, у кого-то, может быть, есть какие-то такие предметы, что-то колюченькое. Вот, например, ну вот покажу, у меня вот такая вот штучка есть. Вот она нажимается, и тут выходят такие остренькие штучки. Вот. И очень хорошо мы массируем тоже ладонь, наши пальцы. Потому что часто с возрастом у человека они становятся более закорузлые. Вот если мы увидим прямо вот стареньких-стареньких людей, папу своего вспоминаю, 96 лет, да, у него пальчики уже почти не разгибались, да. Ну и мы часто, знаете, носим какие-то сумки с магазинов, ну вот пальцы как бы в одном положении. Нам нужно, чтобы у нас пальцы хорошо были разработаны. Поэтому пальчики мы тоже можем по-всякому, и даже просто вот ручками, да. Ну, на нейрогимнастике мы этому более уделяем внимание. Но, друзья, в эту субботу у нас не будет нейрогимнастики, потому что я улетаю на отдых. Отдых всегда совмещаю с развитием. Вот, но меня будет замещать, ну, не каждый день, Ирина Кулинченко, она будет проводить смехотанцы. Она у нас вообще хореограф, обожает это дело. И уже хорошо освоила и йогу смеха, поэтому, может быть, не каждый день, но следите, время будет то же самое, и она будет замещать. Да, хорошо, хорошо разогрели. Да, вот так, лимфу, да, вверх обязательно. Другую ручку, пальчики растираем. Наши пальчики писали, наши пальчики устали. Помните, как в школе, вот не случайно, в школе очень много внимания уделяется вот, ну, пальчиковая гимнастика, ну, даже не в школе, больше, так скажем, на начальном развитии ребенка. И жаль, что потом это останавливается. А когда вот в самом начале мы хотим, чтобы ребенок быстрее начал разговаривать, соображать, к логопеду вводим, да, и всегда идет пальчиковая гимнастика, это нейрогимнастика, которая хорошо заставляет работать наш мозг, правое и левое полушарие, да. То есть от пальчиков очень много зависит, как работает наш мозг, да. И очень надо, важно, чтобы наши пальчики хорошо-хорошо разогревались, да, хорошо работали. Да, ну, в общем-то, как и все другие части, да. Но пальчики, вот кончики пальцев, прям их можете сейчас ноготочками, вот так вот подушечки, вот так прям ноготочками хорошо-хорошо прям попроминать. Вот, если у кого-то что-то есть колючее тоже, можно брать вот такой шарик для стирки, да. И мы этот шарик вот так катаем, катаем между ладошками, да. Или что-то вы найдете наподобие. Можно даже, знаете, орешек взять. Вот,
Орешек взять, он такой тверденький. И хорошо-хорошо надавливаем на этот орешек разными точечками, да. И вот так хорошо-хорошо всю ладонь проминаем, да. И по кругу, и в другую сторону. Вот, да. И то же самое наши ручки. Или вот таким шариком, да. Вот, чем-то таким колюченьким, да. Ванной щеточками растираемся, да. Вот, можно прокатывать, можно вот так, да. Ну, как я уже говорила, щетками. Вот такие можно, да, использовать, чесалки, да. Ну вот, знаете, спинки хорошо нашими даже массажными щеточками, да. Все-все наши точечки массажными щеточками тоже очень хорошо проминать, да. Вот так вот, вот эти места, да, тоже это наша лимфа, вот. То есть нам не нужна лишняя жидкость, это не значит, что мы не должны пить, друзья. Мы обязательно пьем, не надо сразу там выпивать литр, а просто поставили, допустим, графинчик 2 литра или бутылку 2 литра, и вы смотрите, что в течение дня вам ее важно выпить. И вы подходите, может быть, по нескольку глоточков, но делайте. Вот. То есть водичка, она обязательно должна присутствовать. А лишняя водичка у нас после смеха, массажа, после наших таких зарядок, лишняя водичка уходит. Потянулись и сбросили. Вот, я думаю, что сейчас так хорошо, все разогрели кровообращение, да, давайте немножечко поможем нашему организму движениями. Вот, чувствуйте, да, ваше тело, что просит, мы то и делаем, да. Волну, вот, все, что у нас для пластики, для королевской осанки, да, грудная клетка. Ножками, да, расслабили ножки. Молодцы. Да, хорошо, хорошо, да, лучший день, да, миру мир, миру мир, да. Берем нашу водичку, и мы не просто пьем, а мы всегда говорим что-то доброе, хорошее, да, и мы говорим, моя кожа молодая, моя кожа здоровая. У меня отлично работает кровоснабжение, лимфатическая система, да. Мои волосы густые, красивые, да. Моя кожа молодая, шелковая. Я готова сегодня совершать великие дела, да. У меня впереди прекрасный день. Я выполню сегодня много-много задуманного. Ну что, дорогие друзья, как ваше самочувствие? Молодцы, молодцы. Ну а сейчас мы пойдем в душ, да? И после любой смехозарядки, после такого смехомассажа, так хочется ополоснуться. Поэтому делаем контрастный душ, выливаем на себя ведро холодной воды со смехом. Все делаем со смехом, вот так. Вот давайте представим, что мы берем ведро воды, да? Желаем всему миру счастья, здоровья. Я желаю всем людям Земли счастья, здоровья и любви. Поднимаем, смеемся, выливаем. Ну что, побежали в душ? Все, до новых встреч, друзья. Всех обнимашки. Ура! Благодарю. Люблю, люблю. Обнимаю.
до новых встреч. Да, и недельку где-то меня не будет, друзья, но будет заменять Ирина Кулинченко, как я уже сказала, будут смехотанцы. Приходите, я по приезду опять включилась. Да, не знаю, может, еще завтра получится. Спасибо, спасибо. Я вечером завтра уезжаю, ну, может, утром проведу, может быть, если нет, то Ирочка. Все, мои хорошие, рада была вас всех видеть, благодарю всех, кто был с нами. Отличного дня. Благодарю. Благодарю. Благодарю.